Амбассадоры компании Global Intellect Service Равиль и Сурия Хасяновы. Друзья, спасибо, спасибо за ваши аплодисменты. Эй, а... привет! А кто согласен со мной, что наше сообщество действительно сильное? Помним, да, энергия денег. Как заходит энергия денег? А как вы думаете, благодаря кому это сообщество становится сильным? Благодаря людям. Благодаря каждому из вас. А, может быть, вы здесь гость сегодня. Но мы точно знаем, что хотя бы несколько скачиваний приложения прибавится. Да, соответственно, большая вам за это благодарность. Может быть, вы еще новичок. И мы точно знаем, что вы а, поймете что этот бизнес вам даст. Может быть, вы уже лидер, и это тоже хорошо. И за это вам тоже благодарность, потому что именно вместе с вами мы делаем этот бизнес, вместе с вами мы делаем мир, предпринимательство, да вообще в целом мир лучше. Это действительно прекрасно, это очень здорово. Полностью с тобой согласна. Друзья, на самом деле мы сегодня с вами порассуждаем на такую очень глубокую интересную тему, как сильная позиция в сильном сообществе и как стать тем самым сильным членом сильного сообщества. Я думаю, что вот то, что говорила Ульяна, да, вот в прошлой, в прошлой теме мы с вами покатались на социальном лифте, поперемещались по этажам, но очень важно понимать, что в этот социальный лифт перед тем, как вступить, нужно понимать, в какой позиции ты туда вступаешь. То есть нужно понимать, с чем ты туда идешь. И я бы хотела немножечко вас сориентировать на то, что мы с вами будем сегодня общаться, ну, наверное, метафорами, чтобы вам проще заходила вся эта история. И давайте сейчас мы представим ситуацию, как в лифт заходит мама с ребенком. Ну, каждый видел, каждый, может быть, сам испытал эту всю историю на себе. И ребенок хочет нажать на кнопку этажа. Не дай бог, это сделает мама, сказала мама <свят> сама. Что сделает ребенок, если это сделает мама? Конечно, конечно, это будет истерика. А что будет, если мама его приподнимет? Повыше, да, поможет дотянуться до этой кнопочки. Что получится? <свят> У мамы возможно, но... Ребенок, конечно же, дотянется до кнопочки, он нажмет на нее и будет счастлив. И как это в нашем бизнесе, друзья мои, это как раз о том, что мы, заходя в лифт, зная точно, куда мы идем и зачем мы в него вообще заходим, мы попадаем в окружение таких же сильных партнеров. У нас есть целая команда кураторов, которые нам помогают, но опять же, надо понимать, помогают как. Они нас поддерживают. Они нас направляют, но за нас они этого не делают. И как ребенок, который нажимает на кнопочку лифта, мы сами да, делаем действия и идем к своим целям. Правильно же? Я думаю, вы согласны. А для чего этот ребенок хочет нажать на эту кнопку? А есть у него какая-то цель? Конечно, у него есть цель. Нажать на кнопочку, чтобы получить эмоции счастья. Все верно, да? И в нашем бизнесе очень важно, очень важно ставить для себя цель. Чтобы принять эту лидерскую позицию, обязательно нужно поставить для себя цель. Да даже не нужно, а нужно, нужно опять, да? Выбрать для себя свою цель и идти обязательно к ней. Вот давайте подумаем. Здесь много партнеров. Вот подумайте просто внутри себя, а какая твоя цель? А зажигает ли тебя эта цель? А с какой целью ты приходил в этот бизнес? Что ты хотел? А идешь ли ты к этой цели? А твоя ли эта цель? Приведет ли тебя эта цель к тому, что ты дальше хочешь? Амбициозная ли она? А это твоя лидерская позиция? Подумайте над этим, и подумайте над этим, наверное, во время перерыва. Пообщайтесь, поделитесь своими целями и поймите вообще, ваша ли эта цель и куда она вас приведет. Да, друзья, еще такой вот момент. Смотрите, мы когда приходим опять же да, в наше вот в это вот сообщество, мы пришли когда-то, и то, о чем говорила, говорил вчера Вячеслав Сергеевич, да, у нас бизнес, я думаю, что вы много раз уже слышали от своих кураторов, и вот вчера мы слышали от Вячеслава Сергеевича, что наш бизнес – это бизнес отношений, и человеку всегда нужен кто? Человек, да, мы выстраиваем эти отношения всегда и везде, и в жизни, и в нашем партнерском сообществе. И приходя к этим отношениям, нужно понимать, мы сейчас много слышали про половинки, нет половинок. Есть целостная личность, которая приходит в любые отношения, что в жизни, что в партнерстве, что в бизнесе, что коллеги на работе. Мы все целые. И вот из этой позиции, пожалуйста, себя тоже прочекайте. Подзадавайте себе вот эти вопросы. А я какой в отношениях в любых? А, вот тоже аллегория. Представьте себе, что а, берем не целую грушу и целое яблоко, а половину груши и половину яблока и пытаемся их соединить. Что получится? Что получится, если мы будем совмещать грушу и яблоко? Получится еблуша? Фотографируйте этот слайд и размещайте в своих соцсетях. Представьте себе, ваши друзья смотрят на этот слайд и, наверное, у них возникнет какая-то какая мысль, что вы находитесь в сообществе <садоводов>, 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 садоводов. И смотрите, да, вот даже по картинке видно, что, скорее всего, совмещать разные фрукты, разные какие-то вещи, да, это больно. Это, скорее всего, больно. Даже две, два яблока совместить разных тоже не получится, да, и тоже будет больно. Поэтому а, хочется сказать о том, что везде, в отношениях, в бизнесе, везде 50 на 50 не работает. Представьте себе, что в бизнес мы приходим к куратору и берем на себя 50% ответственности, а куратор берет другие 50% ответственности. А потом приходят к нам партнеры и берут свои там по 30, по 20, по 10%. В совокупе что получается? 100% еблуша. Да, получается те же самые 100%, которые ты мог вкладывать сам. А если я прихожу в это сообщество и вкладываю свои 100%, Ко мне приходят партнеры, которые вкладывают свои 100%. И дальше приходят люди, которые вкладывают свои 100%. Вот это и приводит к сильным, мощным результатам. Согласны? Очень здорово, что вы со мной согласны. И а, здесь, как раз так, как мы говорим про 100%, стоит поговорить вообще, а в какой позиции находишься ты сейчас? Какая твоя позиция в этом бизнесе? Да, это та самая точка, откуда ты начинаешь бизнес. Ведь ты можешь быть и новичком, и не быть еще партнером, но есть какое-то, возможно, решение. Вот из какой точки ты начинаешь строить этот бизнес? Вот могу сказать, что каждый партнер в этом бизнесе принимает два решения. Стать партнером и второе решение – начать строить этот бизнес. У меня тоже было Два решения. Сначала я стал партнером, а потом: знаете, как сложилось, когда я действительно начал строить этот бизнес? Когда мои кураторы разъехались в Сочи, во Вьетнамы, в Таиланде и так далее. Как-то мне так показалось, что я остался один. И, соответственно, вот тут уже, как мы всегда говорим, лидер не растет в тени лидера. Да? И, соответственно, когда берешь на себя ответственность, тогда начинаешь вкладывать свои 100%. Вот такое у меня такое у меня было решение принять этот бизнес и начать его строить, когда э, остался один. Но ну, на самом деле как один. Все равно мои кураторы всегда меня поддерживали, всегда меня поддерживали мои кураторы, и это прекрасно. Это как раз и есть э, огромное, огромный плюс нашего бизнеса. Да, я немножко расскажу о своей позиции. Я э, с самого начала с Равилем вместе, и мы этот бизнес, в общем-то. Брали как семейные для себя рассматривали и вместе принимали решения. Но я всегда была около бизнеса. То есть я была в инфополе, я посещала все мероприятия, я э, ходила на все школы, обучение. Я, в общем, я была рядом, я была на поддержке. Но только в тот момент, когда я поняла, что это мой бизнес, это не бизнес Вячеслава Ушенина, это не бизнес кураторов наших. Это не бизнес администрации, это мой бизнес. И только я могу своими действиями влиять на результаты. Вот тут-то и начался кратный рост. То есть я начала делать действия конкретные, как положено по системе, список звонок встреча и так далее. Да? И пошли результаты, стали приходить партнеры на мою энергию в том числе. Поэтому, друзья, тут э, нужно понимать: да, как вы делаете вообще что-то в этой жизни, так вы делаете все. Тоже позадавайте себе вопрос. Такой вопрос: это мой бизнес, это твой бизнес. Вот конкретно твой бизнес, это или может быть твой, а еще чей? Вот, вот, да, друзья, и только из этой позиции, когда это мой бизнес. Я становлюсь равноправным партнером нашего сильного сообщества, где моя личная ответственность отслеживать свои мысли за чистоту в моей голове, за частоту моих мыслей, на чем я фокусируюсь? На каких-то положительных отзывах, или я ищу в интернете что-то плохое, да, на своей мотивации, я каждое утро я есть у себя, я каждое утро просыпаюсь, и я сама себя прежде всего мотивирую делать те или иные действия, которые меня приведут туда, куда я иду. В этом бизнесе каждый партнер чувствует себя по-разному. Да? Кто-то действительно понимает, что мы равноправные партнеры. И действительно это так. А есть те партнеры, которых вот прям бесит куратор. Есть такие? Нет, таких, поднимайте руки. Поднимайте, кураторы рядом, наверное, сидят, да? Хорошо. А есть те люди, которые знают тех партнеров, которых бесит куратор? Больше стало. Спасибо вам за честность, друзья. Да, и смотрите, опять же, из какой позиции ваш куратор бесит вас? Нужно понимать, что, возможно, этот человек... Один из немногих, а может быть единственный, который действительно от души, от сердца хочет, чтобы ты здесь зарабатывал. И очень важно, ты вот относишься к куратору с позиции взрослого или ребенка. Вы же понимаете, да, что когда ты к куратору относишься таким образом, то, скорее всего, ты как к родителю. Да, да что ты меня учишь, я все без тебя знаю. Да? А когда, а еще бывает такое, кураторы на сетке, да, которые, а пойдем с тобой заработаем денег. Это равноправная позиция? Не очень, конечно. А, просто надо понимать, что мы здесь с вами все в равноправных позициях, даже в равноправные партнеры. Даже если ты еще новичок, все равно уже в душе понимаешь, что ты лидер. И тогда у тебя начнет получаться. Тогда у тебя начнет получаться. И лидерская позиция это что? Это взрослый предприниматель. Это человек, который пришел сюда вкладывать свои 100%. А что в нашем бизнесе значит быть вкладом сообщества в этот бизнес, в наш бизнес? Ты можешь привести крупного клиента на платформу. И это шикарный вклад в развитие. Ты можешь провести мероприятие, опять же, да, вспоминая про чистоту своих мыслей. Где-то тебе не понравилось, как прошло мероприятие. Или, возможно, его нет в твоем городе. Так займи эту лидерскую позицию. Узнай у куратора, каким образом ты можешь на это повлиять. Как ты можешь взять на себя ответственность, организовать мероприятие. Провести его так, как ты это видишь. Внести свой вклад, опять же, из лидерской позиции. Закрыть новый статус. Своему куратору, мы были частью роста Валеры Альшанского. То есть мы внесли свой вклад. При этом, мы, вкладывая статусы своих партнеров, свою команду, мы закрывали свои статусы. И только так это работает. Полная синергия с кураторами и с командой. Что еще хочется добавить, что мы сейчас стоим здесь на сцене чтобы от души поделиться своим опытом то есть ну, нам за эту зарплату не платят мы сюда пришли пораньше мы подготовились и а, это тоже хорошо это тоже классно потому что мы а, делясь своим опытом с вами отдаем вот эту энергию в этот зал и эта энергия к нам точно вернется мы с вами все вклад друг друга. И стоит понимать, что у каждого из нас с вами есть своя суперсила. Помним фильм Марвелов. Как он фильм называется? Мстители, точно, мстители. У каждого есть своя суперсила. И каждый эту суперсилу вкладывает в общую команду. То есть, например, у меня есть куратор, который всегда говорит, что он математик до мозга костей. Я думаю, все не раз слышали да, эту фразу от него, Валерий Альшанский. А я всегда говорю, что я как бы не математик до мозга костей. Может быть, у меня и костей-то в мозге нет? И здесь мы друг друга дополняем. У каждого есть своя суперсила, да? У тебя есть кости, у него есть мозг. Наоборот. Поэтому э, дополняйте друг друга, будьте вкладом, будьте вкладом друг друга и в это сообщество. И, друзья, давайте с вами подытожим, на чем нам всем, вам всем нужно держать фокус. Важные пункты ⁇ это мой бизнес. И только от меня зависят результаты. Изначально, из позиции лидерской, потому что я лидер, я равноправный партнер, я могу быть вкладом в это сообщество. Еблушу сфотографировали? <свят> а сфотографируйте теперь этот слайд. И вот прям на обеде, вот прям подумай, твой ли это бизнес? Ведет ли он тебя к твоей мечте, к твоей цели? А кто ты в этом бизнесе? Лидер или, может быть, ты со стороны на все наблюдаешь, со всем этим. А равноправный ли ты партнер? Или ты ждешь от своего куратора, когда он к тебе придет и скажет, пойдем заработаем денег? Или, может быть, ты тот, тот куратор, который бегает за своими партнерами и говорит, пойдем заработаем денег? И являешься ли ты, ты лично, вкладом в это наше замечательное, прекрасное сообщество? Друзья, на этом мы финалим. Благодарим вас. Вы прекрасная публика. Вы кайфовые. Спасибо вам. Спасибо.